Всем привет, с вами ваш личный фитнес-тренер Артём, и сегодня мы будем делать замечательный комплекс упражнений на все тело. Все, что вам нужно делать, включайте это видео вместе со мной, повторяйте все упражнения за мной, и отличный результат вам гарантирован. Итак, поехали! Все упражнения очень простые. Так, первое упражнение. Становимся, будем шагать в сторону, поднимаем руки вверх. Раз, делаем 20 раз. Два, три, четыре, молодцы, пять, 6. Начинаем. Отличный комплекс упражнений. 8, 9, 10. Обязательно отталкиваемся носочком. 10, 11, хорошо. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Замечательно. Следующее упражнение. Руки в сторону. Делаем развороты корпуса. Раз. Но при этом смотрим все время вперед. 3, 4, 5, 6, 7. Стараемся полностью развернуться. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Молодцы. Переходим к следующему упражнению. На следующее упражнение ставим руки за голову. Дотрагиваемся локтем до колена. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, 17, 18, 19, 20. Вообще этот комплекс очень замечательно подходит для того, чтобы убрать низ живота. Так, следующее упражнение. Руки в сторону, дотрагиваемся рукой до носка. Раз, два, три. Молодцы. Хорошо. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Замечательно. Переходим к следующему упражнению. Следующее упражнение. Руки ставим перед собой в замочек. Делаем разворот корпуса. Смотрим по направлению рук. Так, раз, два, пауза. Останавливаем в середине. Три, четыре, 5, 6, 7. Стараемся задействовать мышцы пресса. 7, 8, 9, 10, 11. Молодцы. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Супер. Следующее упражнение. Называется мельничка. Ноги ставим пошире, делаем наклон. Одна рука вниз, другая вверх. Смотрим на руку, которая идет к ноге. Стараемся дотронуться до носка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Молодцы. Следующее упражнение. Будем делать выпады вперед. Отлично. Руки ставим на пояс. Вот такой хорошенький выпад вперед. Раз. Молодцы. Обратно. Два. Супер. Три. Четыре. Отлично. 5. Напоминаю вам, что колено не выходит за носок. То есть угол колена примерно 90 градусов. 6, 7, 8, 9, 10. Замечательно. Следующее упражнение. Одно из лучших упражнений для внутренней поверхности бедра. Делаем небольшую паузу.
Сделаем глубокий вдох, выдох. И продолжили заниматься. Так, следующее упражнение. Ноги ставим пошире, под углом 45 градусов наружу. Будем делать приседания в сторону. Так. Руки в сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Замечательно. Следующее упражнение. Для внешней поверхности бедра делаем мах ногой в сторону. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Сюда. Другой ногой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Замечательно. Переходим к упражнениям на полу. Отлично. Первое упражнение у нас будет наши любимые отжимания с колен. Одно из лучших упражнений, которые можно придумать. Итак, делаем 10 раз. Не забываем делать выдох, когда идем наверх. 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Супер. Следующее упражнение. Просто замечательное упражнение для ягодиц. Ногу держим согнутой в колене 90 градусов и поднимаем вверх. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10. Отлично. Поменяли ногу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10. Отлично. Следующее упражнение. Развороты корпусом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Замечательно. Теперь будем удерживать планку 20 секунд. Так, считаем до 20. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Замечательно, молодцы. Следующее упражнение. Делаем буковку В. Ложимся на живот. Так. Ноги остаются в воздухе. Делаем английскую буковку В. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Замечательно. Следующее упражнение. Палец вверх, руки в сторону и поднимаем руки вверх. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодцы. И последнее упражнение. Сделаем медленный скалолаз. Так, делаем 20 раз. Раз, остановились. Два, пауза. Три, четыре, пять. Молодцы. Шесть, остановились на секунду. Восемь. Хорошо. Девять, десять, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Замечательно! Вот мы и закончили этот простейший комплекс упражнений для всего тела. Я надеюсь, вам понравился этот простой, но несомненно эффективный комплекс упражнений. С вами был ваш личный фитнес-тренер Артем. Подписывайтесь на мой канал Артем Уфитнес, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, будьте здоровы. Всем пока!